Ну что, загрузились? Как там наша Анастасия поживает? У нас люди пишут под комментариями, что таких сеансов они видели много, но никто не понимает, объяснить не может, почему она сейчас уже даже в сознании всех узнает, и у нее болезнь идет на убыль, и даже регенерирует мозг. И типа, это, наверное, от лекарств врачебных или от регрессивного гипноза. Ну что, вызывайте душу. Угу. Готова она дальше работать? Ржет. Ржет. Угу. Что она по мозгу уже натворила? Устанавливает. Устанавливает. Ага. Надо ей наша помощь еще чуток. Фиксануть надо, что она там надела? Можем мы новое это наше попробовать. Давайте нашу штуку новую попробуем. Угу. Поможем ей. Она уже знает о ней? У-у. Не знает? А что, ей души не рассказали? Увлечена как-то собой. Ага. Она восстанавливает. Поехали, пошли сознанием на восстановление. Прогоняем последние техники. Знаю, почему. Ага. И вот эту вот херню с эпифизом тоже прогоняем. Полностью создаем все части, которые ей вырезали врачи. Включаем эту опцию в эпифизе и запускаем регенерацию естественно. Сделали? Угу. И теперь давайте мы с ней просто поговорим. Она готова вообще к общению? Нормально, открыто? Да. Давайте мы с ней поговорим. Ну вот она, у нее восприятие сейчас изменено. Взгляды на жизнь другие. Что кардинально изменилось в ее взглядах на жизнь? Что она осознала? Жизнь по-другому. Но это еще как восприятие у нее не готово. То есть она в глубине чувствует, что перемены сейчас будут. Да, да. Такое, как внутри уже другой мир. А смотрит внешний муж тот же. Можем переосознать. Все тоже идет. Да. То есть именно душа переосознается. Угу. Память. Все возвращается. Угу. Память пошла на восстановление. Да, все быстро. Хорошо. Угу. То есть там и была память, просто была как путаница. Угу. А сейчас такое все, ну, четко. Угу. Отношения с мужем. Отношения не будет у них. Там. Рядом его не чувствуется. Но она вроде вот он ее там подходит, гладит, целует, а нет чувств. Чувств нет, да. Угу. Ни у него, ни у нее. Угу. У него вообще это поверхностное такое проявление. Угу. У него настороженное, ну даже такое, вот он насторожен. А насторожен из-за чего? Он соображает немножко или вообще ни черта не соображает? Он не может как поверить, вот, что это для него, ну, что она там поправляется. Угу. И для, он как бы готов, у него готовность была к другому исходу. И сейчас он как-то вот это в нем сейчас. Такое. Планы уже другие строить начал. Да, вот он как все равно, ну как, я даже не знаю, как описать. Как не, это не опишешь нерешительность, а
как какое-то замешательство у него. Как вот на чемоданах, а тут бах, рейс отменили. Да, вот-вот, нечто такое. Такого не может быть. Вот. И надо ли мне это? Вот у него как-то вот это еще чувствуется. А у нее она, да, отрешенная к нему, у нее нет. Он будет ссылаться на работу, на занятость. Угу, да-да-да. Не будет дома за ней ухаживать. И стараться, ну, как бы, лежать. Допоздна, там иногда только приезжает в командировки какие-то. Я не знаю, кем он работает, но... У него сейчас будет много работы, он будет говорить, он будет даже сам цеплять. И вот это как прикрытие идет, да, совершенно верно. Дома ухаживать ни за ней, ни за ребенком не будет. Момент, когда он забирает ребенка и начинает жить отдельно, когда? Через год где-то. Через год, да. У меня тоже идет. Через год. Да, как ребенок будет у бабушки. Бабушка как дает. Ты отец, занимайся. А ей нужно восстановиться самой. То есть, ну, что мама тоже не потянет ребенка. По физиологии именно мама не потянет. У мамы сейчас физиология активно набирает ход. Мама вставать может или нет еще? Что по ощущениям, что уже может. И не разрешают. Вопрос с весом, как душа будет решать? Ей нужна помощь? Уходит все. Все уйдет. Вести тоже работает, да? Да. То есть как только гормоны? Да. Почистится организм вот после химии, после этого всего. Тогда будет восстановлено. Но они ее еще пытаются хоронить, у нее еще паллиативная помощь. А нужна ли ей паллиативная помощь или ей надо домой? Домой. Лучше бы домой. Ей уже давно пора домой, но... Хорошо. Ей вот тем, что не дают, не разрешают вставать, вот этим идет тоже замедление такое, как на то, что лучше, чтобы умерла. Ну, то есть это как остаточное такое. То есть я не знаю, как писать, влияние такое есть от этого. А если вот ей потихоньку вставать, это плюс на жизнь идет быстрее. Как. Да. Если движение, либо вообще процесс лучше. Хорошо. Изнутри у нее это идет. Смотрите, ну, в принципе, все произошло, как мы и говорили. Родственники вышли на выступление у Малахова. Я не смотрела, это все лажа. А вот смотрите, как с ней. Будет ли она дальше, вот, меняет она планы или нет насчет своего драматического этого театра? Или не, остается. Остается. Она в этом театре, да? Четко тоже остается, вижу. У нее только этих тусовок уже не видно впереди. Да, и шоу уже... всяких. Спокойнее. Да, более спокойно. Ждет, чтобы малолетки почему-то вот молодежь отстала. Молодежь дети именно отстала или кто? Да, ну фанаты такие именно. Что-то показывают малолетки, эти не нужны. А взрослой публике мне есть что показать. Будут ли у нее дальше в жизни яркие сюжеты какие-то? Я не вижу. Ну как, она будет такое, да. Ну, так, вот такого, что как было. А она сама не хочет. Да, она вот именно, да. Ей сама вот хочется. Да. Смотрите, на сколько лет сейчас душа вперед набрала программу? 7. Вот ярко прорисовано. И максимум 3 года еще. 5 лет, вот, ну вот 5 лет у меня идет сюда. То есть на 5 лет она набрала ярко, а дальше? Да, ну то есть активная деятельность. Активная, да, вот правильно. А дальше пока... Это как-то... активное восстановление, да? Это именно да, восстановление. А жизни? А дальше как все равно от чего-то зависит. Такое у меня есть чувство. 10 идет. До 10. Но это там не конец жизни. Не конец вот, жизни. Да. Не конец, как вот ощущение, как... На 5 лет, а потом как все равно будут какие-то как разворачиваются, да, другие события. Как может да, меняться что-то. Меняться, да, как бы точка, там есть варианты вот этой точки.
То есть душа хитрая, она берет уже по чуть-чуть, да? Она не хапает все там на 100 лет вперед. Как вот, как будто, допустим, если оно так вот пойдет, то тогда так. Если вот так, то тогда так. Но и в то же время вперед прописывается. Ну давай посмотри, через 30 лет она жива? Мне кажется, нет, как у вас. У меня там глобальный вопрос идет. Вообще, кто жив? Блин, ты что сейчас гляну? Он глобально глянул. Да. На какой платформе она будет играть? На четвертой или на пятой? Нет, четвертой. Четвертой. Тогда хорошо, на ближайшие 15 лет. Есть. Есть, да? Угу. Ну, вялость у нее какая-то идет. Вялость у нее идет. 15 есть, я тоже. Угу. А почему она вверх не идет? Что ей мешает? Не хочет. Не хочет. Нет. А вот когда тогда было к звездам у нее, а там скучно. Угу. То есть ее переклинило? Ну. Опять ей помогать надо. Мне идет решение еще впереди будет. То есть еще не одна встреча, она еще до конца не будет. Да, да. Пока это вот как эскиз. На данный момент четвертая, но еще есть чувство. Хорошо. Давайте посмотрим, что с дочерью происходит. С взрослой? Да, со взрослой. Так же остается. Все остается так же. Вниз, да. Сейчас по бизнесу что-то она вкладывает. А на следующем году выгорает. Да, да, вот и я почему-то вижу, что у нее этот бизнес выгорает. Я это вижу четко. И она что после этого делает? Ну, то, что вот... Скатывается вниз. Да, скатывается вниз. Хорошо. По сыну. Ну, все равно лучше перспективы. Ну, ровно он идет. Да. Как уезжает. Ну, то есть он не здесь. Он не здесь, он за границей. Да. Чувствую, да. И звонки будут, матери будут звонить, а то ничего. Ага. Посмотрите, пожалуйста, можем ли мы ее снять с энергообеспечения сейчас? Может ли она на своем ресурсе дальше идти? Нет, пока. Пока нельзя, да? Если мы снимем, то мы увидим свой результат. Угу. Опять, да. Угу. Ухудшилось, еще что-то пойдет. Угу. Напряжение вызовет. Угу. Вот в новостях начнут опять. Угу. То есть пока трогать нельзя. Нет. Через какое время ей можно будет вернуть на самообеспечение? Хотя бы через год. У меня идет через год. А так вот я У меня идет к Новому году. Вот у меня шло 1.5-2 месяца. Вот так. У меня вот к Новому году как-то все суета новогодняя. Чик переключается, и она... Ее отключаешь, она в тень уходит, чик. Ну, от смет всего этого. Но это время надо, и вот чувствуется, прям надо сейчас еще не отключать. У нее как, если отключаем, у нее сразу же отток идет. Энергию как-то вот эти вот коллективно вытягивает. Хорошо, сейчас отток идет, а посмотри сейчас ДНК и код души, насколько прописан. Куда уходит энергия, если мы ее отключаем? Куда уходит именно? Угу. Может, там сценариев нету нормальных? Может, там болезнь начинается? Это, кстати, эмоции. Вопрос. Она-то должна была инкарнировать. Мы инкарнацию остановили. И получается, что если мы отключаем, то мы сейчас держим на своем ресурсе. Да. Мы отключаем, и что происходит? У нее эмоции включаются вот на эти новости. Угу. Читает ее прям злость. Угу. Все, и вниз утягивает, да, вот распыление на эмоции идет. И стаскивает, и на снова в инкарнацию уходит, да? Да. Пока трогать нельзя. Но а когда она зафиксируется, когда уже эмоции выключит, и мозг включит? Про нее ничего не будут писать в новостях. Про нее не будут писать. Ну, правильно, уже пора не писать.
Когда что ты спросила? Когда вы... Когда можно будет ее отключить, и у нее будет линия жизни уйти ее собственная реальная. Вот это даже важно нам для понимания. Она же не единственная, кого мы держим. Ну вот можно. Вот после Нового года запросто можно. Даже к Новому, у меня как за неделю до Нового года. Да, да, да. Даже вот я же говорю, полтора месяца и можно отключать. Отключаем, и у нее потом будет немножко откат по здоровью. Чуть откат будет, да, но она пойдет на своем уже ресурсе. Она пойдет уже на своем ресурсе. И очень будет нам интересно было бы, если бы, конечно, были писали, то было бы очень интересно. Потому что немножко откат будет дальше. Хорошо. У тех же врачей, там же возле нее были умные врачи, сколько светил уже, заявляли. И даже я когда читаю, ржу постоянно, когда пишут, она там должна умереть, она там, вот никто не излечивался, что там такая помощь. А неужели у них у самих мозг не работает, или это все боты? Не боты. Не боты. Там есть и ошибки. Кто-нибудь задается вопрос, за счет чего она остается живой? Не задаю. Ни один человек не задается вопросом. И врачи, вот, которые возле нее, не задаются вопросом. Абсолютно. Но у них же не было ни одной глиобластомы, чтобы остался человек жив. Кто-то списывает на свои эти как заслуги. Кто-то просто как, ну, так вот у нее такое. Такое говорит, чудо. Ну, организм борется. Такой организм, да, да, кто-то. Вот да. У всех так, даже никто не абсолютно не задумывался. Угу. По-другому. Боты списывают на Матрёну, потому что они бы ей заказывали молебель к нам на 40 дней. Да, и родственники тоже на богов. Они со свечами постояли за нее, помолились за живую. Какая разница, молиться за живую или за мертвую? Ну, родственники тоже больше вот через молитву. Через религию, да? Да. Ага. Феноменально. Все очень интересно, конечно, на самом деле. Было бы интересно, но жалко, что свою работу, правда? Нет. Вот так хотелось бы, вот когда ее на свой ресурс пустим, у нее чуть-чуть откат будет. Вот хотелось бы увидеть, узнать этот откат. Но зато она уже не умрет. Она уже пойдет на ресурсе. Кстати, вот заодно Колю Гружин, смотрите этого мужика. Друга нашего патологоанатома. Как он там поживает? Вот она будет отрабатывать. А? Прорабатывать сейчас надо будет. Сейчас будем делать. Что, опять загорелся кабинет? Не. Просто зависание у него. Я вот, да, я думала, ты говоришь кабинет, а у него просто вот как сейчас надо поработать, поднять его. Да. Угу. То есть он жив, но он поднять его надо. Не жив, не мертв. Толкнуть, да. Регенерация не идет. Зависание. Ну, сейчас толкнем, пойдет выздоравливать, блин. Еще одна. У врачей будет возможность подумать, чего он не сдыхает, блин, от железистого рака желудка. Угу. Ну что, я выключаю тогда работу с этим мужиком.